Приветствую уважаемых подписчиков, а также зрителей данного видео. В игре Project Zomboid вышло обновление 41.51, в котором ввели функцию удаления предметов, лежащих на земле. По умолчанию данная функция коснулась всех видов одежды. Это рубашки, футболки, носки, майки, головные уборы, в том числе мотоциклетные шлемы, а также банданы, повязки на лицо и очки. При этом, чтобы вещь окончательно исчезла из игры, по умолчанию должно пройти 24 часа с момента, как эта вещь оказалась на земле, и персонаж должен находиться не ближе, чем в 100 клетках от этой вещи. Оружие и патроны, лежащие на земле, исчезать не будут, рюкзаки и сумки тоже, а также те предметы, которые лежали в этих рюкзаках или сумках. Также не исчезают кожаные куртки, шарфы, джинсовые одежды, дождевики, ювелирка, армейская одежда. Но в основном исчезает хлам. Введена данная функция была для того, чтобы убрать ненужный мусор из игры для повышения производительности. Но, как и раньше, предметы, находящиеся в трупах зомби, будут исчезать вместе с трупами через 216 часов, то есть через 9 суток. Поэтому, если вы оставили в трупе оружие, допустим, или катану, то это оружие исчезнет вместе с трупом. Здесь же была добавлена функция для того, чтобы можно было превратить этот черный список в белый список, и тогда, если вы поставите сюда галочку, предметы, которые в списке будут оставаться, а которые вне списка будут исчезать. Во вкладке «Мир» в самом низу также появилась строка «Initial Gay Station Amount», и значение для стандартных испытаний апокалипсиса в этой строке «Normal». Эта строка определяет, сколько топлива у нас на автозаправочных станциях. Раньше, по умолчанию, количество топлива на заправочных станциях было бесконечным. Теперь оно конечно. Давайте разбираться, сколько. При этом это значение только для одной колонки. По соседству стоят еще три, и в них столько же. Поэтому бензина хватит на веки вечные. Поменяли вес пустой канистры. В патче пишут, что вес канистры изменился с 0,3 до 1,5. Но на самом деле в игре он изменился до 1,6. Особенность недобор веса больше нельзя выбрать вместе с атлетом, но вместе с худым можно выбрать. Упростили действия, связанные с уборкой травы, кустарника и лозы на стенах. Теперь, выбирая, допустим, убрать траву, появляется зеленый курсор, и можно выполнять повторяющиеся действия для данного участка земли. Если курсор красного цвета, значит какое-то условие не выполняется. Ну, допустим, в этом месте нет лозы. То же самое касается фермерства. Посадка и полив грядок, а также сбор урожая стали значительно проще. Также добавили возможность увидеть, что именно нужно для лечения той или иной болезни растений, но в данном случае садовый опрыскиватель с инсектицидом. Если хотите больше знать о садоводстве, посмотрите на канале «Есть профессия фермера». Там полностью все рассказано о том, что как лечить растения, и в том числе как лечить фитофтороз, который вроде как на пазовике неизлечим. На самом деле тоже можно лечить. Те же функции добавили для строительства. Можно штукатурить и красить стены. Также поправили возможность штукатурить дверные проемы, построенные на 7-м уровне строительства. Раньше для этого требовался 8-й уровень. Да, еще будьте внимательны, когда красите дверные проемы, у нас персонаж по умолчанию выделяет дверь. И, в общем-то, краска уходит никуда, потому что дверь покрасить он не может. Поэтому для переключения между дверным проемом и дверью надо нажать клавишу R английская. При строительстве каких бы то ни было объектов, теперь персонаж будет автоматически доставать гвозди из коробок. Увеличили очки прочности у стен, которые делаются из досок. Раньше на 2-м уровне строительства у стены из досок было 250 прочность, теперь 450 и по плюс 40 очков прочности за каждый уровень строительства. Поэтому у стены из досок на 10-м уровне строительства теперь 770 очков прочности. У других стен прочность не изменилась. Если вы не знаете, о чем идет речь и какой урон зомби наносит по стенам, посмотрите, пожалуйста, видео про ремонтника. Там все это было. Разработчики пишут, что версия мира 179, это новый патч 41.51, можно будет улучшать деревянные стены, которые созданы в самой игре, и не будет склеенных северо-западных стен, и они будут разделены на две отдельных стены.
Ну, что-то не похоже. Разработчики игры пишут, что профессии рейнджер и дровосек теперь имеют бонус прохождения через деревья. Запись этого видео делалась 3 раза на одной и той же карте. Слева за обычного персонажа, в центре за рейнджера и справа за дровосека. Я думаю, комментарии излишни. Навык, в котором персонаж только что получил опыт, подсвечивается зеленым цветом. Изменился интерфейс часов, при этом у кварцевых наручных часов теперь нет будильника, и они показывают только время. У механического будильника остались все функции, и теперь при выставлении будильника в правом верхнем углу появляется колокольчик. Если будильник срабатывает, у колокольчика появляются скобки. При этом разработчики заверяют, что через этот интерфейс можно отключить будильник. Но опять же, у меня почему-то этого не получилось сделать. У электронных ручных часов есть весь набор функций. Они показывают температуру, не только время, но и дату, а также есть функция будильника. Причем, если вы подобрали часы с установленным на них будильником, то это не станет сюрпризом, так как вы сразу увидите колокольчик в правом верхнем углу экрана. В интерфейс инвентаря добавили вот такую стрелочку, которая позволяет упорядочивать предметы. На данном этапе есть только функция упорядочивания по весу. Теперь при нажатии правой кнопкой мыши по шторам вы не найдете в меню «Снять штору» для того, чтобы порвать ее на тряпки. Для этого нужно выбрать меню «Поднять», поднимаем шторы. И после того, как шторы оказались в инвентаре, можно их разобрать на тряпки. До этого в ванильной версии игры разбитые машины были просто черного цвета, и в них нельзя было найти предметов. Но если кто знает, есть такая модификация к игре «Crashed Cars». Похоже, что эта модификация стала частью ванильной версии игры, и теперь в багажниках разбитых автомобилей можно найти полезные предметы. Разработчики игры пишут, что в этом патче зомби, которые разбивают окно и лезут через осколки, будут иметь больше крови на голове, шее и туловище. Ну, наверное, это означает, что одежда на них будет более окровавленной. Я со своей стороны хочу посоветовать вам отключить функцию отображения крови на зомби. Для этого заходим в настройки и во вкладке экран находим строку «Упрощенные текстуры». И здесь в выпадающем меню можно, конечно, выбрать для зомби-игроков, но тогда будет непонятно, насколько испачкан наш персонаж. Поэтому лучше выбрать только для зомби, после чего нажимаем «Применить» и 2 раза назад. Теперь лагов в игре станет меньше. Разработчики пишут, что исправили пищевую ценность вяленого мяса. Больше полугода назад я создавал об этом тему на форуме, пытался как-то улучшить игру. В итоге, за то, что я часто об этом просил, мой аккаунт заблокировали. Сейчас смотрим на результат их работы, и они не исправили пищевую ценность, то есть количество протеинов в вяленом мясе всего лишь 1, как и было. Ну а углеводов, как и было, 6 единиц. То есть у нас вяленое мясо это примерно протеином как сухарь. А изменили они только сытость с 15 до 20. Основной посыл в моей теме был в том, чтобы увеличить протеины в вяленом мясе, так как они ускоряют тренировку силы, но этого не было сделано. Вот такие белые холодильные витрины раньше не охлаждали продукты, теперь охлаждают. У сырой рыбы и мяса добавили запись о том, что нужно их приготовить для того, чтобы избавиться от негативного атрибута несчастья. У каменного ножа в 2 раза уменьшили урон. Раньше он был точь-в-точь, как у охотничьего. Теперь минимальный урон 0,4, а максимальный 0,6. До этого урон был 0,6 и 1,2 соответственно. А также уменьшили шанс нахождения охотничьих ножей в зомби. Если подбежать к любой из дверей автомобиля, ведущей в салон, и удерживая Shift, нажать кнопку действия, по умолчанию это и английское, то персонаж залезет в салон и пересядет на водительское сиденье, если оно не занято, что дает возможность быстро получить доступ к управлению автомобилем. Уменьшили тягу двигателя и максимальную скорость при движении задним ходом на автомобиле. А также в игру добавили дорожные события, в которых можно встретить крытый прицеп. В таком прицепе можно найти различные вещи. Ну вот в данном случае я нашел вещи для электрики.
Номинальная вместимость такого прицепа 100, но так как у моего персонажа взята особенность неорганизованная, его объем уменьшен на 30% и составляет 70 единиц. Также этот прицеп можно отремонтировать. Для этого необходимо иметь навык газосварки 3 уровня и автомеханики 2 уровня. При этом нам понадобится газовая горелка, в которой есть как минимум 5 единиц пропана, и большой лист металла. При этом, чем выше уровень навыков автомеханики и газосварки, тем выше как шанс отремонтировать прицеп, так и качество ремонта. Вместимость прицепа после ремонта не изменится. Причем сам прицеп в этой версии игры не убиваем, так что пока нет никакого смысла его ремонтировать. Потому что, как я ни старался, не смог даже поцарапать его. Так что можно ездить с прицепом, у которого низкий процент прочности. В интерфейсе автомеханики автомобиля при наведении на двери появилась запись о том, что дверь можно отремонтировать после снятия. Для этого вначале снимаем стекло, затем дверь, и после того, как дверь окажется в инвентаре, персонаж ее может отремонтировать. Капот можно отремонтировать, не снимая, поэтому у него такой записи нет. Когда персонаж рвет одежду на тряпке, есть шанс получить немного ниток. При этом, если он получает нитки, то еще он получает единицу номинального опыта в шитье. Но это в случае, если вы брали навык шитья на старте игры. Если вы этого навыка не брали, то персонаж получит 25% опыта от номинала. То есть 0,25 опыта, это без учета бонуса от книг. Чем выше уровень навыка шитья, тем выше шанс получить нитки и опыт. На 9 уровне практически каждая порванная одежда дает немного ниток. Когда вы на одежде выбираете пункт «Осмотреть», появляется интерфейс состояния. В него добавили возможность заштопать все дырки на одежде. При этом, если у вашего персонажа уровень шитья ниже 8 уровня, он наложит на эти дырки нашивки. Нашивки на дырках лишь частично восстанавливают одежду, но если у вашего персонажа 8 уровень шитья, он заштопает все дырки, полностью восстановив целостность одежды. Также добавили возможность сделать нашивки из доступных материалов на все части одежды и снять все ранее сделанные нашивки. Добавили возможность увидеть защиту одежды от пуль. Базово 100% защиту от пуль имеют бронежилеты, но они защищают только верхнюю и нижнюю часть туловища. У других типов одежды защиты от пуль нет, в том числе и у армейского шлема. Он от пуль не защищает. Если на максимальном уровне шитья сделать кожаные нашивки, которые имеют самый высокий бонус к защите, то они увеличат защиту отдельных частей тела на 10% от укусов, на 20% от царапин и на 10% от пуль. В игру добавили гель для волос, найти который можно в парикмахерской. В других местах у меня не получилось найти. С помощью геля можно сделать ирокез. Расходуется геля мало. При этом, если после этого надеть головной убор, ирокез станет каким-то коротким. Вернуть ирокез обратно с помощью геля уже не получается. Есть возможность сделать бокс. После этого надо ждать, пока волосы отрастут. Ягоды утоляют не только голод, но и жажду. По одной единице каждая. Но на самом деле там и того меньше. Потому что теперь при приготовлении фруктового салата из ягод он также утоляет жажду. Но, как вы видите, сейчас в салате 6 ягод, а он утоляет 4 единицы жажды. Уровень утоления жажды также зависит от типа ягод, добавленных в салат. Изменили объем бутылки из-под отбеливателя, но не изменили вес, он остался равным 1,6. Но при этом теперь в нее вмещается 10 единиц воды, как в обычную бутылку с водой или бутылку из-под газировки, которая весит 0,8. На данный момент в игре выгоднее всего хранить воду в бутылке из-под виски, которая весит 0,7, но при этом в нее вмещается 12,5 единиц воды. И этого хватит на утоление 130 единиц жажды, потому что округление при утолении жажды идет в большую сторону, то есть 0,5 утолят 10 единиц жажды.
Добавили возможность снимать насадки со сломанных копий, но при этом снимая, вы получаете сломанную насадку и наполовину сломанное древко копья. Консервированный тунец теперь можно открывать без консервного ножа, там для этого все есть. При приготовлении сэндвичей сделали возможным добавлять в них соль и перец, и теперь они получаются с бонусом к уменьшению статусов несчастья и грусти. Изменили анимацию падения с высоты, и теперь персонаж помогает себе руками при приземлении. Падения с высоты могут вызвать перелом ног, и разработчики заверяют, что чем выше уровень навыка первой помощи, тем быстрее персонаж с переломом будет двигаться при наложении шины. Проверяю на одном и том же персонаже с одним и тем же переломом, но у персонажа слева первый уровень помощи, а у персонажа справа десятый. Ну да, вот, здесь не обманули. Добавили возможность использовать в качестве приманки в ловушке на птиц не только червяков, но и сверчков, кузнечиков и тараканов. При этом червяков можно накопать в любое время года, ну а собирать их можно только с начала марта и до конца ноября на втором уровне собирательства. Сверчков можно находить на четвертом уровне, а кузнечиков и тараканов на шестом. Ловушке при этом требуется 5 единиц сытости приманки, за исключением червей, поэтому таракана можно использовать в качестве приманки на 2 ловушки, так как у него 11 единиц. При использовании кузнечика остается маленькая часть, ну а сверчок используется целиком. На червя поймали птичку, на таракана, ну, 50 на 50. На кузнечика поймали, на сверчка не поймали. Немного увеличили вес у коробок с патронами, сделали его более логичным, то есть соответствующим тому количеству патронов, которые находятся в этой коробке. У револьвера М36 уменьшили объем барабана до 5 патронов, но все равно это очень хорошее оружие, главное иметь хороший уровень перезарядки и почаще перезаряжаться, ну и как минимум иметь 3 уровень точности. Разработчики пишут, что теперь персонаж с рюкзаками будет бегать медленнее, чем персонаж без рюкзаков. Причем, чем больше груз рюкзаков, тем медленнее он будет бежать. Тестируя одного и того же персонажа, но слева он без рюкзаков, а справа с рюкзаками, хочу отметить, что в обоих случаях перегруза не было. Также разработчики пишут то, что если у вашего персонажа в дополнительной руке рюкзак, его скорость атак понижается. Ну вот я решил построить 2 одинаковые стенки, и один и тот же персонаж начинает разрушать их с помощью одноручного топора. Но, как вы видите, у одного из них нет в дополнительной руке рюкзака, а у другого он есть. Начинали они в одно и то же время, но уже видно то, что начинается рассинхронизация в ударах. Так, похоже, надо печать доставать. Где она там? Разработчики игры пишут, что зомби стали более умными. Они находят путь к персонажу и разрушают объекты, если нет пути. Но ворон ворону глаз не выклюет, поэтому эти ящики все еще в деле. В последнем патче 41.52 тренировать навыки легкого шага и скрытности стало значительно сложнее, чем до этого, потому что теперь тренировать эти навыки можно только в 15 клетках от зомби, это там, где зеленая линия. Мой персонаж сейчас стоит на 20 клетке, до этого зомби могли обнаружить персонажа только на 18 клетке, теперь могут обнаруживать на 19. Ну давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это еще раз там, где можно тренировать навыки легкого шага и скрытности. При этом ваш персонаж должен оставаться незамеченным со стороны зомби. Это крайне нелегко. 16, 17, 18. Это то, где раньше могли зомби обнаруживать персонажа. 19. Это то, где сейчас в версии 41.52 после последних фиксов, как заявляют разработчики, зомби могут обнаружить персонажа. Как далеко зомби могли обнаружить в версии 41.51, я даже не представляю себе. 20.21 — это клетки, где раньше персонаж мог тренировать навыки, они обозначены желтым цветом. Теперь давайте проследим за реакцией зомби. Сейчас я подойду на одну клетку, и вы увидите то, что на 19 клетке теперь зомби обнаруживает персонажа. Подходим.
И вы видите сразу же мгновенная реакция, они начинают дергаться. Просто если бы здесь не было телевизоров, они бы сразу же пошли на персонажа. Но так как телевизоры им преграждают путь, они просто стоят и дергаются. Но реакцию сразу видно. Ну и да, на всякий случай, а то, может быть, вы думаете, я вас обманываю, версия 41.52. В игре, как обычно, было внесено огромное количество исправлений, многие из которых технического характера, поэтому заострять на них внимание я не стал. Также были сделаны изменения для тех, кто занимается модификациями, но так как я не программист, обозревать эту часть патча я не могу. В патче 41.52 самое главное исправление я уже озвучил. Это то, что теперь зомби могут обнаруживать персонажа в 19 клетках. Но опять же, если вам есть что добавить, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Наиболее полезные из них я отмечаю символикой канала. На этом я с вами прощаюсь и до скорых встреч.